Акимжем Булской области Ербол Карашукеев провел заседание инвестштаба во фронт-офисе правительства для бизнеса. Жамбылская область обладает устойчиво развивающейся экономикой, растущим показателем валового регионального продукта, огромным индустриальным потенциалом. Удобное географическое расположение позволяет без труда наладить рынки сбыта. Учитывая это, немаловажным составляющим укрепления экономики является привлечение инвестиций. В ходе заседания были обсуждены вопросы развития горно-металлургической отрасли, агропромышленного комплекса и сферы туризма. Что касается последней, то инвесторы намерены развивать придорожный сервис. Есть еще один инвестор, турецкая компания. Они тоже придорожный сервис планируют построить. А у них что внутри? У них, в принципе, тот же самый состав, но... У них есть зарядки или... Да, они будут устанавливать. Они показывали свою схему проекта, то есть уже все у них готово. В ходе заседания инвестиционного штаба проанализированы возможности реализации проектов по разработке комплексной программы развития горно-металлургического комплекса, строительство завода по производству систем орошения, а также строительство современных придорожных комплексов. Давайте по туркам покажите. Тут вопрос в чем стоит? Вы поставили вопрос, чтобы мы вам способствовали выделению вот этого участка еще дополнительно к вашему уже имеющемуся. Жамбылская область сейчас находится на пути реализации своего истинного экономического потенциала и намерена стать местом сосредоточения инвестиций, способствующих созданию новых рабочих мест, технологий и идей. Риналь Рахматуллин, Тлюка Булсаржанов, Айкон Акпарат.